Либо камарадн, сегодня мы вам покажем, как два крутых перца мочатся с бандой офигенных партизан. Вы увидите новые приемы боевой техники и тактики. Увидите новое применение оружия. Новые маскировочные халаты тоже увидите. Значит, вот это вот мы там входим. Это я сверху? Да, я тут. А ты вообще долго что-то? Как обычно. Ну все. Значит, да, 5 противников или 4? Давай 4. Ставь. Сейчас оружие покажем. Первый сет хреновый. С обычным автоматом, прицелом и каким-то. Что это? Это офигенно, гранамет. Да не гранамет, а дрыномет. Гранамет. Второй тоже хреновый. Но с глушителем. Ну, этот я бы пострелял, только нахрена этот непонятный. Как это вообще назвать вот эту штуку? Это гранатомет. Стреляет двумя гранатами. О, это снайпер. Такой жоп. О! Чит. Да, это вот такой чит. Можно жопу себе прикрыть или товарищу. О, это мой самый любимый. С двумя магнумами. Давай начинать. Поехали. Значит, вот такая вот карта. Тут везде наркообороны, партизаны. Ганджубас рассадили и теперь его обороняют. А наша вот задача там... В дом залезть. И там только два выхода, из этого можно там просто сидеть и ждать, пока они набегут. Мы будем отстреливать этих вот партизан. И главное, потом у них каваны все забирать. Ага. И ihr Wachhund ist ihr bester Freund. Да, собака лучший друг. Собаки у нас будут. Вот. Бобы. У каждого будет по большой собаке, как только мы набьем по 5, сделаем 5 килов. Третий сет я возьму. Я вот не знаю, вот этот вот взять или же тут... А Калашникова жалко, нету, нету Калашникова. На коте Калашников сдался. О, да, все. Где-то, я впереди. Я вот тут. Я такой вообще вот мохнатый, вы там увидите, у меня специальный маскировочный костюм, потому что я решил прыгать по дороге, прикинуться змеёй. Просением каким-то. Ползу там, вот, якобы меня не видно, меня никто не видит, я такой ползу, тут встал, так побежал. Потом вот так переползу. И теперь... Прыгаешь. Где эта кнопка, которой нужно присесть? Вот эта кнопка. Вот опять я ползу, меня никто не видит. Я очень крутой перец, потому что сейчас... За роги ползешь. Я маскировочный, ты просто не понимаешь, не видно. Убили тебя уже, где он? Вот все из-за тебя, умер за тебя. Да он вообще мне прямо сзади в жопу выстрелил. Я вообще побежал, не туда побежал. Подожди-ка, стой. Я в этих джунглях Гондураса совсем. Тут мы решили пойти по какому-то ручейку, по какой-то ручушке, внизу добраться до нашего заветного дома, где мы будем партизаном отстреливать и мочить. Тут вообще кто-то пригнулся. Я пригнулся, потому что очень страшно. Вот, беги. Я его убил, я не спорь. А я стрелял, я тоже стрелял. Ты стрелял, я попал. Целиться ты не умеешь. Я стрелял. Неважно. Вот! Мочи его! Так, вот меня убили. Я его замочил круче тебя. Меткий партизан сразу выстрелил прямым. Подожди ко мне. Ой, в меня жопу стреляет. Защищай меня. Куда ты бежишь? Защищай. Вот, где он? Вот, стреляй в него. Где я? Не вижу, стреляй. Где он. Куда я стреляй? Знаю, стреляй. Вот я сейчас в кусты просто... начну стрелять. Да стреляй просто гранату, бросай. Гранаты, это мы вообще-то рыбу глушим. Не думайте, что мы хотим кого-то убить. Вот я тоже бросил дистанционную гранату. Вдруг карасики всплывут, ну там карасиков поджарим, нету карасиков, ну ладно. Убьём! Жабы, стреляй! Стреляй в него! Я не знаю, вон он! Бам! Я не видел его из дерева, он пуля дерева снёс, ты видел?
дерево, сносящее пули. Дрёвномёт, что ли? Дрономёт. Дрономёт. У меня дрономёт. Дрономёт. Вот, я практически уже в доме. Захожу, поворачиваю и стреляю. Нет, там никого нет. Меня не стреляй, я поднимаюсь по лестнице. Не стреляй. Я говорю, что это я. Сяду, чтобы... Моя задача контролировать вот этот балкончик. На балкончике вот я опять бомбу кинул. Ты вообще не попал в него. Я его поливаю огнем, просто полил его. Ты в него не попал. Вот я слизняка ему бросил, чтоб ты скользнулся, зараза. Откуда тебе слизня? У тебя штука жабы, которую ты... Это специально такие скользняковые штуки, в общем, такие кидаешь. Потому что лестница падает. Да. Ну и... Убей его. Где? Он по лестнице. Вот. Сейчас, подхожу уже, сейчас. Держись, держись, товарищ. Да я уже дох. Да. Дох. Я чё-то не понял, подох. Он тут был, теперь... О, одного убил. Видишь, я круче тебя играю. Круто. Вопрос. Да. Я убил сколько? Вот Близняка кинул, чтобы ты подскользнул. Там кто-то заходит. Сейчас я его замочу. Сейчас заходит. Я не знаю, откуда тут. Тикай, вот это он, я. Вот он. Это я. Это я. Забежал. Куда он снимал? Не а? Знаю, только очень издалека снайпер пытается нас. Вот как надо играть. Вот как надо играть. А я за компьютером, я вот понимаю, что за компьютером сейчас нажму какую-нибудь кнопку, и мы все полетнем в космос. Меняю оружие. Пытался убить кого-то в кустах, там никого не оказалось. Слизняки мои. Все в головастиках. Вроде все стали головами. Бомбы. Это бочки, это с paint, бомбой. Это paint. Там ТНТ paint, написано. ТНТ. Paint. Вот сейчас я буду в них стрелять в надежде, что это все взорвется, и мы все улетим отсюда нафиг. Вот как я его. Из-за тебя меня убили. Какой-то это неубиваемый партизан. Крепкий орешек партизан. Лысый босой. Вот, я уже около дома, там кто-то побегал. Поползли. Кто-то побежал. Поползу. Да. Да ползи. Да ползу, да ползу. Своим прицелом. А куда мне его еще тыкать? Вот это вот, спереди ползу. Я такой весь мохнатый. Вот, видите, какие у меня офигенные ботинки. Из кика, что ли? С таким протектором. Так. Вообще вот. Назад ползу. Так, иду я. Ага, вот я ползу. В джунглях ползу. Ползу. В джунглях. Прикидываю змейкой. Волосатый. Чувак побежал. Так стреляй в него. Нет, гранаты. Он за пивом. Он за пивом побежал. Таких мы не стреляем. Мы ползем. А что ли? Мы ползем по краюшку дороги. Нас не видно. Мы абсолютно незаметные. По мне стреляет кто-то! Убили! Вот так надо играть, вот так! Застрелил его, вот так надо вот играть! Вот партизаны, вот вредные! Вот, чемоданчик авторитета! Это... Берем чемоданчик авторитета! Колумбийского нарборона! Так, значит, так, второй этаж, сейчас кто-то там будет! Опа! Никого нету! По краске опять стрелять будешь? Нет, будут стенки красить. Ремонт, надо помочь. Это стиль такой дома. Заткнул надпись написать. Кто стрелял, я не понял. Так, я сейчас... Так я его убил уже. Склизняка брошу. Оружие поменял. Это я не знаю. Вот клизняка. И вот меня убили. Прицельный снайпер меня снял. Балкона меня сняли, больше меня там нет. Вот я опять какой-то канал. Ты будешь ловить. Ну опа, ты это видел, как я его, ты видел? Я убил партизана.
Да, уже два партизана, еще три, и у меня будет собака. Для третьего нужно дожать. Еще пять должно. Пааа, опять сзади отстрелили. Сейчас ко мне что ли побежит, чего? Я боюсь. Я только могу один. Ой, я тебя, ломал там свет. У тебя хороший игрок, а ты хрень. Все, пошли за мной. Иду. Ты веди. По бревну пошли. Я по бревну. Я лучше. На бревне веди, я тебе не подсуну. Ну что, тебя застрелили, это надоел люди, мне этот, вот я щитом буду стрелять. Щит не пробьешь, может быть кто-то по наклабам. Знаете, за спину тебя. Поэтому будем идти за... О, меняю свое. О, какой у тебя. На тебя... Ой, слизняка меня бросаешь? Я? Это да. Я? Ты слизняков на меня бросил. Я тебя не видел, где ты вообще? Я справа от тебя. Это ты? Это я. Точно ты? Точно я. Я стрелян, что ли, что ты понял? Вот слизняка поставил, так, ага, чтобы слизняк не показывает. Где-то тут враги. Вот никто не идет. Прицеливаюсь. У нас только 30 секунд осталось. Да, мы проигрываем. Мы проигрываем. Полностью. Семь человек, я это... Вот так вот, вот первый есть, первого заложил. Стрелять по всему, что движется. Это просто цели. Ну нет, нет. Из-за тебя проиграли. Из-за тебя. Вот сколько я убил. Я убил человека, а ты убил двоих. Как это двоих? Как двоих? Я лично видно, насчитал два. Троих. Ну ладно, собаку не дали. Это что-то сам себя убил, это не считается. Собаку не слишком дали. Слишком трудно. Все, четыре. Дай. И пятерых. Теперь будет у нас... И трех, пятерых, вот. Воевать пять необученных партизан. До этого были обучены? Да, это ж партизаны, они не обучены. Они этого... в лесу бегают. Грибы собирают. До этого были наркобароны. А вот теперь будут партизаны просто. А слизняки? Слизняки, они там в болоте и вот в том ручейке там водятся слизняки. Там вообще болота нет. Нельзя долго стоять, ну что, облепят эти пиявки, вообще высохнут кровь. Ты сам кровосос. Все, за гостов играю. Понятно, я это спереди покрываю. Я вообще в игру не зашел. О, зашел. Ну я. Где бегут я? Это не я. Это не я. Меня убил. Выходило. Опа, это. Это не я. Кто это был? Прямо в меня врезал, придурок. А что ты со щитом бегаешь? Прячусь. От чего? Причем я, по-моему, не просто бегаю, я... Десятки. Вот я поставил себе датчик движения. А слизняки? Слизняки больше не нравятся тебе, что ли? Слизняки не нужны, теперь я беру офигенный дриномет. И все, кто не зайдет, тут же будет убить. Офигенного дриномета. Это я не стреляю. Это я. Да что ты мне стреляешь? Это я. Ты что делаешь? Иди вон. Это я. Это ты? Это я. Ты не наш. Нет, ты не наш. Ты в чужой группе. Я тебе сказал, мы за гостов играем. Ты просто перебежал на другую.